Скажите, пожалуйста, как мне получить сертификат переболевшего? Вам нужно обратиться к своей больнице. Я могу вам предоставить номер, если хотите. Номер-то вы мне предоставите, я знаю номер своей больницы, до туда невозможно дозвониться. Так, хорошо, мне нужно обратиться в больницу, дальше что? Ну, дальше уже уточняйте, что информацию. Но мне вот когда позвонили из больницы, сказали, что отрицательный тест, сказали, что они не знают, как получить сертификат переболевшего. Мы тоже. В смысле, вы тоже? Вы не знаете, как получить Ну, сертификат переболевшего? мы как бы, как сказать вам, я стажер, поэтому как бы я не знаю, чего сказать. А вы можете, пожалуйста, уточнить у кого-то, кто не стажер? Хорошо, сейчас позову. Оператор Екатерина, слушаю вас. Екатерина, добрый день. Подскажите, пожалуйста, как мне получить сертификат переболевшего? Его покушают врачи с поликлиники. Вам врачи сказали, что не знают, как Да, это? ну вот тот человек, который мне звонил из поликлиники, я не знаю, кто это, врач или не врач, то есть мне просто позвонили, сказали, у вас отрицательный тест, типа, все, как бы. Я говорю, а как получить сертификат? Мы не знаем. Тогда, пожалуйста, запишите номер руководства больницы, обратитесь к данным вопросом к руководству, уточните, почему вам некорректно разъяснили ваши действия, не данные, потому что все направляются через больницу на госуслуги. Вот. Можете телефон записать и подсказать, какая у вас больница. Пишите телефон 8. Это кто? Главный врач второй городской больницы. Ага. То есть это прям вот ему звонить, и он скажет, да, что да, делать сертификат? Да, уточнять, почему вам были некорректно данные предоставлены. Вот, что вам необходимо QR-код.